Шалом! Община Бетель города Черноморска рада находиться на этом месте. У нас есть эфир? У нас есть эфир, слава Господу! Всем шалом! Шалом, Варшава! Шалом, Израиль! Шалом в каждом городе, в каждом местечке, где нас сейчас видят и слышат. Мы здесь для того, чтобы Святой Израилев прославился сегодня и всегда. И начнем мы наш блог с молитвы. У нас есть молитвенные нужды, которые пришли в прямом эфире. Владимир Лопушняк просит помолиться за спасение и исцеление мамы Валерии и папы Ивана. Ольга Помазанова, просит молиться за исцеление и восстановление эндокринной системы и давления. И также она просит за исцеление душевных ран помолиться. Юрий Зайцев приветствует всех братьев и сестер, говорит шалом и просит помолиться о исцелении и спасении родных. Марина Мартынцева также просила помолиться о спасении своих родных и близких, детей и родителей. Ольга Стеценко приветствует всех, говорит шаббат шалом, дорогие. Прошу помолиться за восстановление давления у моей родной сестры Людмилы и об укреплении здоровья моей свекрови Екатерины Ефимовны. Татьяна Губарева также обращается к нам в просьбе помолиться за душу Раисы. Она сейчас в реанимации с пневмонией. О ее покаянии и о муже, и о сестре. Они все испуганы и заглушают свои страхи алкоголем. Самуил Фезлер просит помолиться за мамину маму Свету. Я так понимаю, это его бабушка. За ее исцеление во всех сферах жизни. Елена Мерзлякова благодарит Бога, что Всевышний дал благодать и покаяние ее родному брату Владимиру и просит, чтобы Вова рос в вере, чтобы сокрушалось всякое ярмо греха в его жизни, чтобы Господь помог ему в этот сложный для него период жизни. И также она просит, чтобы мы помолились, и она нашла работу, и также она хочет, чтобы решились ее финансовые нужды, и она могла сделать ремонт в квартире. Ну, как мы видим, что вопросы у нас у всех, с одной стороны, очень разные, но с другой стороны, мы все очень похожи, мы все переживаем за наших родных и близких, мы все хотим, чтобы они обрели спасение, и, конечно же, нам всем необходимо исцеление. Боже, святый, праведный, мы благодарим Тебя, что мы можем находиться в единстве, мы можем приходить к Тебе с нашей молитвой. И я знаю, что много может усиленная молитва праведных, которые собрались сейчас на этот ретрит, в этом онлайн-марафоне. Мы обращаемся к Тебе за всех людей, которые написали свои нужды. Мы просим, чтобы Ты вошел в каждую семью, в каждую жизнь. Боже, там, где нужно исцеление, я прошу Тебя, Святой, чтобы Ты прикоснулся с Твоим духом крепости, просто принес Твое исцеление от душевных ран. Я молю Тебя за исцеление физическое, за каждого, кто попросил, за каждого человека. Человека. Там, где нужно исцеление, сейчас мы просим Тебя, Ты, Бог наш Целитель, приди и восстанови, исцели, сокруши всякую болезнь. Боже, мы также молим Тебя, Господь, о спасении и покаянии для наших родных и близких, которые еще не знают Тебя. Боже, мы отдаем их в Твои святые руки, мы уповаем на Тебя, мы знаем, что Ты Целитель души, Ты, Боже, прикасаешься так, как не может ни один человек помочь. Боже, и мы доверяем этих людей Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты не молчишь, и Ты сегодня, в этот день, отвечаешь на каждую нужду. И не зря это время, этот ретрит, он называется, что хвала — это наше оружие. И я знаю, что хвала и благодарение Богу — это оружие,
против всякой безнадёги. Это оружие против уныния, это оружие против всех стрессов, против всех болезней, против всего того, что нас угнетает и мешает нам прославлять Тебя. Поэтому мы сегодня будем славить, мы будем благодарить, мы будем хвалить, мы будем говорить и молиться дальше вместе с вами. Давайте сейчас вместе с нашей музыкальной командой, вместе с нашей группой мы прославим нашего Отца, нашего Творца. Шаббат шалом, говорим. Шаббат шалом, друзья. Давайте вместе с нами прославим Господа, нашего Царя царей, всемогущего, великого, который дал нам дожить до этого дня. Шаббат шалом. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя, Адонай. Ki gadol Adonai,
Слава тебе, царь царей и Бог богов. Хинематов, как приятно нам, по крайней мере, собраться здесь, на этом месте и прославить. Надеюсь, вам тоже приятно, где бы вы ни находились, друзья. И давайте вместе с нами продолжать славить нашего Господа. Ага, 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 ай-яй-яй,
Тебя, Царь царей и Бог богов. Ты мое упование, Иешуа. Слава Тебе, мой Господь.
буду славить Тебя. Пока я живу, буду петь Тебе, такой я есть. Пока я живу, пока я дышу, пока я живу, буду славить имя Твое. Тебе и хвала, и величие Иешуа. Слава Тебе, великий. Как Ты, нет подобного Тебе, Иешуа, слава Тебе. Ай, диги, дай, 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 ай, да, дай, 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 ай, диги, дай, 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 ай, дай, 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 ай, диги, дай, 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 ай, да, дай, 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 дай. Ай, диги, дай, 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 ай, дай, 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 ай, диги, дай, дай, диги, дай, 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 ай, диги, дай, дай, диги, дай, 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 о, диги, дай, дай, диги, дай, 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 ай, дай, дай. Die, 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 die,
Делаем дальше волны. Волны Духа Святого. Слава Тебе, Царь Царей. Славим Твое имя Святое. Слава Тебе, превозносим Тебя. Иешуа. Иешуа. Слава Тебе, Иешуа! Аллилуйя! Как приятно славить Господа! Как приятно петь Ему, величать Твое Святое Имя, Господь! Слава Тебе! Спасибо Тебе за радость Твою, Господь! Спасибо Тебе, Иешуа! Спасибо Тебе, Святый! Будем дальше прославлять Тебя, Господь! Будем дальше величать Тебя! Если бы Ты был с нами, Господь, Боже, мы бы погибали где-то, Господь, но Ты, Господь, спас нас, оправдал, очистил, Господь. Иешуа, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Святый. Только Ты один такой. Только Ты один, нет другого. Только Ты, Господь. Только Ты, Иешуа, Хамашиах. Иешуа, мой Спаситель. Иешуа, Спаситель для всего Израиля. Только Ты, Господь, Иешуа. Только Ты. Только Ты один. Святый, Святый, Святый. Кадош, Кадош, Адонай, Кадош, Адонай. Слава Тебе, спасибо Тебе, слава Тебе. Слава Тебе на всяком месте, Господь. Слава Тебе и величие, Господь, по всей земле. Хвала в собрании святых. Аллилуйя, только Ты, Господь. Где двое или трое собранные во имя Твое, Иешуа, там и Ты посреди них. Ты, Господь, сказал это в Своем Слове, и мы верим и принимаем, что Ты, Господь, среди нас, среди каждого, кто собрался, каждый на своем месте, кто дома, кто на улице, и славит Тебя, Господь. Спасибо Тебе за Твое явное присутствие, независимо от расстояния, Господь. Спасибо Тебе. О, Иешуа, только Ты, Господь. Yeah.
только ты. Вот и один Иешуа.
Святой Израилев, Ты достоин всей хвалы и славы. Иешуа, мы благодарим Тебя, что Ты был верен и верен до смерти крестной. Мы знаем, какое имя подарило нам спасение. Мы знаем, кто подарил нам спасение. Мы знаем, кто подарил нам свободу. И мы знаем, кто открыл для нас дом Отца. Спасибо Тебе, Иешуа, Сын Бога Живого, что Ты взошел на крест и понес все наши беззакония, все наши грехи, все наши немощи и пригвоздил это к стойке казни. И мы говорим, Ты достоин. Ты достоин всей славы и всей хвалы. Спасибо Тебе, Святой. Спасибо Тебе, Авину, спасибо Тебе за Твой план спасения, за Твой план исцеления и освобождения. Спасибо Тебе за избавление нашей жизни от смерти и ада. Иешуа, Святой Израилев, Ты на этом месте Твоим присутствием. Ты на этом месте, и Ты хочешь сейчас коснуться каждого. Боже, мы просим Тебя сейчас за всех ближних и дальних, за всех, кто нуждается сейчас в Твоем прикосновении. Для Тебя нет границ, для Тебя нет закрытых дверей. Ты везде. Прикоснись всем, кто нуждается в исцелении. Я молю Тебя, Святой, чтобы Ты сейчас был с Людмилой. Она страдает от рака и депрессии. И я молю Тебя, чтобы Ты был сейчас с ней. Яви Твое чудо, яви Твою милость. Боже, я молю Тебя также за Александра Коровца, у которого последствия вирусного энцефалита. Боже, Твое прикосновение облегчает всякую боль. Твое прикосновение дает свободу. Пусть все последствия, они уйдут. Я также молю Тебя за Флориана Ламайера. У него рак печени. Боже, Ты знаешь. Ты знаешь этого человека. И Ты знаешь, как облегчить его страдания. И Ты знаешь, как принести ему исцеление. Боже, мы приносим их на руках молитвы. Мы уповаем на Тебя, потому что мы знаем, что Ты не молчишь. Ты Бог творящий, Ты Бог милующий, и Ты Бог исцеляющий. И мы видели так много чудес в своей жизни. И я знаю, что увидим еще несравненно больше того, о чего мы просим или о чем помышляем. Потому что это Твоя воля. Это Твой план для Твоих детей. Так было всегда. И так будет до того момента, пока Ты не придешь за своим стадом, за своими детьми, за своей невестой. И я благодарю Тебя, Святой, что мы можем быть в единстве, в этой хвале, в этих молитвах, и Ты сейчас действуешь. Я хочу с вами поделиться одним небольшим, а для нас очень большим свидетельством, которое произошло в нашей общине. Еще раз напомню, что мы сейчас с вами, это община Бетель, город Черноморск, еврейская мессианская община, где евреи и неевреи вместе славят Отца, славят Иешуа в Духе Святом. И 60 дней назад мы с вами оказались все. Вы знаете, если бы это было касалось только Украины, может быть, нас кто-то и не понял, но оказались все в кризисе, в карантине, в очень непонятных для нас обстоятельствах.
очень необычное время наступило. И Бог мне открыл молитву из книги Аввакума, это 3 глава. И начало этой главы в Библии Гетце, даже тут говорится, что это молитва пророка, которая полна радости и упования на Господа. И когда мы начинаем читать эту главу, пророк Аввакум говорит: «Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет яви его. Во гневе вспомни о милости». Другой перевод, современный перевод, также говорит, что «Ты творил великие дела раньше, Ты творишь их и сейчас. Но в гневе Твоем вспомни о милости». И мы, как община, как верующие Нового Завета, видим очень много милости Бога в нашей жизни, и как община видели очень много чудес. Бог дал нам 15 лет быть в нашем городе и быть значимыми. По нашим молитвам Бог исцелял многих людей, приходила свобода. И также Всевышний позволил нам буквально недавно зайти в свое здание. И хотя, конечно, ремонт в этом здании еще не окончен, но, знаете, свое есть свое. И сейчас мы находимся в ремонте, и каждый месяц приносит какие-то новые вопросы, которые нам нужно решать, потому что мы зашли в холодное, сырое здание после ремонта, нам нужно было срочно решить что-то с отоплением. И в январе месяце, так как в Украине у нас не совсем благоприятная погода, именно в эти месяца мы включили отопление. Интересное наступило потом, когда пришел счет за электричество, и он пришел в январе и феврале, когда община собиралась вместе, и вы знаете, это счета из-за того, что здание, оно недостроено, тариф у нас немножко большой, они оказались неподъемными для общины, хотя община собиралась регулярно, и люди очень жертвенные у нас, и приносят десятины, пожертвования в Дом Бога. И самое интересное наступило еще дальше. И пророк Аввакум, он здесь говорит: ты совершал великие дела, но ты творил их тогда и творишь их сейчас. Интересный счет пришел тогда, когда община перестала собираться, это был уже март месяц, и это время карантина, когда неизвестно сколько, неизвестно как, неизвестно когда мы сможем снова собраться, когда человек понял, что он бессилен перед определенными ситуациями. Вы знаете, если читать эту книгу дальше, эту главу, Аввакум описывает великие дела Бога. Тогда, когда Бог выходил навстречу своему народу, когда враги окружали, когда болезни, когда голод, когда Богу надо было спасти свой народ, своего помазанника, написано в 13 стихе. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь нечестивые дома. И Бог снова и снова выводил Израиль из рабства, из каких-то неприятностей, в которых они оказывались. Это были чудеса, которые Бог являл, и которые пророк говорит, ты будешь являть и дальше. Но сейчас не самое легкое время, Аввакум отмечает это. Не самое лучшее время для моего народа, потому что я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на мой народ грабитель. И в марте месяце, я думаю, что мы все оказались в такой ситуации, когда, как его народ, мы оказались в кризисе. Неизвестно, что делать дальше. Непонятно, как оплачивать счета. Все ушли на карантин, но компания, которая поставляет электричество, на карантин не ушла. И каждый день они звонили нашему бухгалтеру и говорили, мы вас отключим, мы уже едем к вам. И нам приходилось писать письма и очень усиленно молиться. Дальше в стихе 17 Аввакум говорит: «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах,
И маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя. И когда кризис, когда все непонятно, хвала действительно является нашим оружием, потому что хвала, она открывает Божьи небеса. И мы как община пережили это чудо. И казалось бы, действительно, нива не дала хлеба, и овец не было в загоне, и те счета, которые мы не могли покрыть, когда у людей была работа, и не было карантина, вдруг Бог вышел навстречу. Пришли деньги, и мы покрыли очень большой счет за несколько месяцев. И сейчас наша компания, которая поставляет нам электричество, уже не звонит, потому что нет необходимости. Мы оплачиваем наши счета. Община снова начинает собираться вместе. Наша группа прославления, они сказали, мы будем собираться, мы будем хвалить Бога. Да, мы, да, обстоятельства не самые лучшие. Да, мы многие потеряли работу. Люди пережили депрессию, какие-то другие обстоятельства, болезни. Но мы знаем, что когда мы хвалим нашего Отца, когда мы прославляем Иешуа, когда мы вместе в единстве, наша хвала и наше прославление — это действительно наше оружие. И сейчас пришла, знаете, такая вера, она поднялась в каждом человеке. И я вас благословляю, чтобы ваша вера, она сегодня также перешла на новый уровень. И Бог говорит, что Он каждый день нас переводит из своей силы в новую силу, из старой веры в новую веру, и из славы в новую славу. Поэтому я вдохновляю вас прославлять и хвалить Бога во всех обстоятельствах вашей жизни. И когда очень хорошо, и когда вы видите благословение, и когда просто тут же получаете ответы на ваши молитвы, и тогда, когда все очень плохо, и все очень непонятно, и когда человеческие силы, они закончились, и ты можешь только сделать одно — встать на колени, преклониться перед Всевышним и сказать: «Боже, вот я уповаю на Тебя. Вся слава и вся честь принадлежит только Тебе. Ты во всех обстоятельствах, Ты от начала, Ты Альфа и Омега, Ты сущий. Спасибо Тебе за решение всех вопросов. И если даже сейчас я не вижу своими глазами, но я уповаю на Тебя и знаю, что Ты придешь, и Ты не молчишь, и Ты не помедлишь, Ты придешь в любое обстоятельство, Ты придешь в нашу жизнь и наполнишь ее своим светом и своей милостью». Я хочу, чтобы мы сейчас помолились с вами этой молитвой веры. Если особенно то, что касается наших денег и наших финансов, мы будем молиться, чтобы в каждой общине было обеспечение, чтобы то, что Бог определил для каждого из нас, в жизнь каждого человека, приходило Твое обеспечение, Всевышний. Великий Бог, наш Отец, Авину, мы приходим к Тебе, мы прославляем Тебя во всех обстоятельствах, мы поклоняемся Тебе, как Творцу неба и земли. Мы знаем, что все наши нужды Ты знаешь раньше нашего прошения. Мы знаем, что ничего не сокрыто пред Твоим лицом. Я прошу Тебя за людей, которые оказались сейчас в состоянии, когда они не могут оплатить свои счета. Я прошу, чтобы Ты вышел навстречу, чтобы Ты дал Твою благодать, чтобы Ты помог с работой,
чтобы приходили сверхъестественные благословения и обеспечения. Написано, что служащие Тебе, они будут отличаться от неслужащих. И я молю Тебя за каждую общину. Я прошу Тебя обеспечения для всех служений, для каждого человека, чтобы в доме Твоем всегда был хлеб, всегда было слово, чтобы люди ни в чем не нуждались, но всегда в молитве и прошении приносили все свои нужды Тебе. Я прошу, чтобы сегодня наш уровень веры, он поднялся. Я прошу, чтобы Твоей славы стало больше. Чтобы люди, когда встретят нас и видя наши счастливые улыбки, наши счастливые жизни, они спросили, что у Тебя? Почему вокруг кризис, а Ты такой счастливый? И мы сказали, у меня есть Тот, кто заботится обо мне каждую секунду моей жизни. У меня есть Тот, который слышит меня и знает мои нужды. У меня есть Тот, кто обеспечивает, кто спасает, исцеляет, заботится, милует и просто любит. У меня есть Папа. У меня есть Отец, который никогда не подаст камень вместо хлеба. Спасибо Тебе, Святой. Боже, Ты отвечаешь. Спасибо Тебе за все чудеса, которые были и которые еще будут. Мы благодарим Тебя. И сейчас мы передаем эстафету молитвы, эстафету хвалы, эстафету поклонения в очень замечательный город и в самую замечательную страну, за которую мы молимся и благословляем. Израиль, город Ашдод, община Бейт-Халель.